Здорово всем, ребят, с вами Хилхерц, это у нас Death Stranding, 22-я серия, не помню, уже столько серий. В общем, на вчерашнем стриме Загучар меня очень сильно обрадовал, сказав то, что говорит, часа 4 тебе осталось, и как бы игра будет пройдена. Я такой, серьезно, это же лучшая новость, вот, и ободренный я на следующий день запускаю Death Stranding, чтобы допройти его наконец. Надеюсь, мы скоро справимся. Но это не точно. ББ вроде рабочий, не знаю, странно. Сейчас мы этот узел подключаем и посмотрим, что будет. Я, наверное, без него бы не справился, вот серьезно. Очень полезный непись. Так, западный регион, новый, отлично. Вообще фиг знает куда. Хорошо. Гранатомет с дистанционным подрывом, ничего себе. Ага. Хорошо, подключили, молодцы. Отлично, сэр. Ты уже прошел дальше, чем Бриджес 1. Мы никогда не заходили дальше назад. Это просто чудо, что распределитель еще работает. Ты почти прибыл в крайний узел. Последний город. Там тебя должна ждать Амелия. Улыбнись, сэр. Остался последний этап. В последний раз применишь Кьюбит. Хотя тебе понадобится еще один компонент. Так или иначе, национальная сеть станет твоим обратным билетом. Только помни, что подключив краевой узел, ты позволишь Хиггсу обнаружить Амелию. Ты должен найти ее раньше, чем он. Иди в свое личное помещение и соберись. Будешь готов, мы дадим то, что нужно. Не уходи из распределителя, не взяв заказ. Что-то как-то максимально непонятно. Я думаю, можно скипнуть, ничего интересного не будет, скорее всего. Так. Я думаю, тоже можно скипнуть. Да, ничего нового. Ладно. Давайте бустируемся. Снова, как мы любим. Пропуская 3 миллиарда катсцен. Так, сюда. Вот так. Задний ход. Так, немножко искупнуться, так грязные, как собака. Проверяем, скипаем 4 катсцены. Раз. Два. Три. И 4. Молодцы. И вроде бы все, вроде бы можно, по-моему. Да? Выходим? Че на меня смотришь, Сэм? Я тоже замучился. Веришь, нет? Ну, сегодня-то пройдем. Да, пройдем. Сейчас флешбеки. Ну вот что мне эта катсцена должна показать? Ну что? Ну серьезно? Просто потратить секунд 20? Моя не понимать. Сэм, прием. Загляни в терминал и не забудь взять заказ. Как меня достал Дайт Хармон. Просто я бы реально говорю, вот прям. Ну ладно. Так, 30 кило. Это, в принципе, не так уж много. Берем. Сэм, будь внимателен. К
информации уникален. Если с ним что-то случится, напечатать новые невозможно. Других таких нет, он незаменимый. И ради всего святого, не потеряй его и не сломай. Слышишь меня, Сэм? Это именно тут... Да сколько же он достал? Прям бесит. Гранатомет с дистанционной детонацией. Стреляет взрывчатыми снарядами. Естественно. В зависимости от обстоятельств может использовать множество типов снарядов. И да, они и в самом деле подрываются дистанционно, когда сочтешь нужным. Ну, я бы хотел балазган. Мне кажется, он максимально эффективным. Возможно, скоростной контур здесь бы зашел. Может, реально возьмем скоростной контур? Давайте возьмем. 6 килограмм, я думаю, не так уж прям много. И балазган. Сюда. Окей. Вопрос в том, уместится ли это все на спину? Стоп. Секунду, кнопку. Не-не-не, отмена. Распределить сюда. Хреново, много придется нести, к сожалению. Ну ладно, мы справимся, думаю. Тяжело, Сэм. Ну, в принципе, возможно, транспортер имеет смысл сделать. Он у меня есть? Так, подождите, у меня транспортера, в общем-то, и нет. Давайте пробуем скоростной контур зафигачить. Так, груз, если что, выкинем ненужный. Так, скоростной контур. Пакет с кровью. Почему он не хочет в подсумок идти? Подсумок, ну. А, ясно. Да, давай выгрузим, нафиг он тогда нужен лишний. Так я думаю, тоже можно это выкинуть. Нафиг он нужен. Так, и теперь где-то скоростной контур сюда. Использовать активный скелет, остальное распределить. Сюда. Ну, как-то так. Неужели никто не позвонит еще? Ребята, я же не знаю, что делать. Господи, что же делать? Позвоните мне, пожалуйста, еще разок. Лукасов вообще не ставит. Что такое? Ну, поехали, я думаю, мы справимся. Максимум скорости. Так, итого, нам аж туда, да? Ну, как-то у меня стик перестал работать хорошо, плавно. Не нравится мне это. Я надеюсь, то, что проблем у нас не будет. Чтобы Сэма можно было выбрать здесь. Так, сюда. Пойдем по проторенной дорожке, так сказать. Ну, типа, вроде бы вот так. Тут какое-то все такое поломанное. По-любому сейчас какая-нибудь хрень будет происходить. Я просто уверен. Так, это что такое? Это зонтик чинящий, да? Давайте похилимся. Почему нет? Да, я и забыл то, что скоростной контур ни хрена не управляется. Ну, мое почтение. Давайте луцкнем. Ну, не знаю, у нас прохладно. Хотя бы тумана нет. Ну и на том спасибо, как говорится. Чьи-то грибы тут. Слишком простая миссия. По-любому сейчас хренатень будет. Я уверен. Начинается. Дождь. Ага. Но это не так страшно. А вот эти катсцены, ребята, это уже страшно. Да. Я бы, наверное, даже вот серьезно триггернул бы и убежал бы. Ну, типа, камон, ну сколько это можно терпеть? Так будет проще, быстрее, удобнее. И вообще лучше. Ну и что это за хрень? Это говнище на меня летит? Но если я просто заигнорю его... Я думаю, просто пройдем и норм. Стремное место. Какие-то эти из Morrowind, Strider. Я не помню, как их правильно называть. Но они очень похожи на них. Чьи-то гематические гранаты. Блин, а что такая разруха везде? Ага, они бегут за мной. Ну, я плюю им в лицо и бегу дальше. Какахами кидаются. Ну, мне как бы класть. Я как бы и не такое видел. Верно, зря я упал. Не, нормально все. Малой, можно это не орать?
Ох ты ж, ё-моё. Если весь маршрут будет такой, это просто дичь. Просто дичь, ребята. Ну, я думаю, пройти это можно будет. А, так у нас еще. Мы как бы под постройками, но все еще. Наш груз портится, потому что как-то дождь попадает, да? Мое почтение. Ух ты, вот это было подло, тварь. Пакет крови автоматически не раскладывается почему-то. Вон, кстати, чинительная хрень. Давайте к ней зайдем. Кому-то лукусов отгрузили нечаянно. Тут залупивка едет. Ну и чё, вот она просто лопнула, и чё с того? Типа это опасность какая-то? Я что-то понять не могу. Не, вниз, по идее. Не, вроде бы нормально. Сейчас мы по воде пройдем. Залезем дальше. Да, на карте казалось все гораздо проще, легче, удобнее. А на деле получается снова какая-то, извините меня, фигня. Ну хотя бы классических этих тварей нет, и на том спасибо, знаете ли. Они меня очень сильно бесили. Я не буду вас обманывать. Давай, Сэм. Собирайся с силами, мой хороший. Балансируй, залазь осторожненько. Отлично. Сейчас по-любому еще Хикс скоро бы конец, я уверен. Иначе было бы слишком просто. Сейчас пипяка взорвется, но мне плевать. Долго там еще? Амана, движемся. Очень медленно движемся, к сожалению. Я не удивлюсь, если меня заставят назад потом идти. Вот серьезно, ни капельки. Потому что это типичный Death Stranding. О, вот, теперь классические твари начались. Ну здорово, чё. Москва, Воронеж, хрен догонишь. Дружище. Давай, 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 Сэм. Паркур. Нормально. Давай скорее. Минус ботинки, минус ноги, ну ничего. Мы, в общем-то, терпим. Ремонтный спрей ломается. Ну и можно, кстати, починить, что есть. Давай, задний ход. Чиним все, что есть, пока есть возможность починить. Так, сюда. Убираем. Ребенку страшно? Ну, ребенок, кому сейчас не страшно? Давай будем честны. Слушайте, мне нравится этот контр. Самый лучший контр пока что. Вот кроме шуток. Вообще просто ультимативнейший. Просто плюю на все. Лол, это круто. Надеюсь, возвращаться не придется. И сейчас дайте угадаю, Хикс нападет, да? А, все, мы прошли. Но это было вообще несложно. Фух, просто чемпионы. Забег такой марафонский, мне понравилось. Все чисто, говорят. Я выключил, если что, спринт, но он все равно работает. Очень странно. Угу. Ну, подключаем. Так. Запрошенный груз. Я ребенка доставлял? Ключ активации подтвержден. Подключаюсь к узловой сети. Так, ну Крипет мы уже 18 миллионов раз видели. Ну, по-моему, мы подключили все, что можно было подключить. Четырехзарядный ракетомет, неплохо. Сэм, получилось. Хиральная сеть теперь накрыла весь континент. Наш народ снова един. Мы возродились, как Соединенные Города Америки. Если террористы или кто другой нападет на нас сейчас, даже если они уничтожат один узел, сеть выстоит. Теперь все проходит через берег, и берег удержит нас вместе. Но отдыхать рано. Сэм, у тебя осталась еще одна задача. Новой нации нужен новый лидер. И только одна женщина способна заменить Бриджит Стрэнд. Женщина, которой с рождения суждено это наследие. Амелия, она где-то там, и ей нужна твоя помощь. Верни ее домой.
И гляди за Хиггсом в оба. Он может целиться в нее в эту секунду. Крайний узел подключен, и она должна готовиться перейти в твое личное помещение. Так что заходи туда и жди. Максимально все непонятно. Ну, ладно, посмотрим, что будет. Ну, я так понимаю, это все можно было скипнуть 8 раз. А вот сон уже, скорее всего, будет какой-то специальный. Ну да. Должен кое-что знать. Я фактор вымирания. Произошла очередная дичь. Типа бури еще одна. Чего? Ну мне нужно. Я очень рад, то что неизбежен. Дайте мне забустаться, говнюки. Можно искупаться, в принципе. И даже здесь они все еще оставили 4 кат-сцену. Ну не молодцы ли, ребят? Окей, 3. Так, фрэджайл, оружие, проверить лу. Вроде все норм. Просыпайся, говорит малой. А может не очень норм? Угу. Что за дичь? Ну, давайте тогда выходить. Я думаю, мне нужно много гранат. Гематических. Еще один супер полезный флешбэк. Я скучал по этому. Так, надо сразу миллиард гранат накрафтить. Хиральная плотность увеличивается. Контакт неизбежен. Так, изготовить снарягу. Я не знаю, а ракетомет он хорош или нет? Давайте по старинке гранатами. Только найти бы их. Обожжите. Ниже, наверное, да? А чем они отличаются? Гематическая граната, уровень 2. Давайте вот второй. Давайте штуки 4 прям нормально обвешаем всеми. С ног до головы, так сказать. И нормально распределить. Авто, все дела, так и было.
Если сохраниться можно, сохранимся обязательно. Что-то нездоровая херня. Да, можно сохраниться даже, отлично. Ну-ка, что на этот раз наш ожидает? Пойдемте поглядим. Плохо. Так, это великан, только что же Амелия здоровенной была. Чё-то я не понимаю. Что было нужно? Всеобъемлющую хиральную сеть, связавшую всю Америку, все эти драгоценные узелки. И теперь весь мир у меня на ладони. Было 5 массовых вымираний, спровоцированных фактором. Настала пора для 6-го. Я говорю не про гибель десятка другого видов, нет. Это вымирание с большой буквы. В этом выплеске сгинет все живое на Земле. И все это благодаря твоим поистине геройским усилиям. Объединитель Америки. Ну что скажешь, пошли! Узри свою погибель. Амелия? Сэм! Труд близок к завершению. Все узлы связаны. Скоро я солью их и все берега человечества в единое взморье. А затем начнется всеобщее вымирание, каких на Земле еще не бывало. Последнее. Это мое предназначение. Что он с тобой сотворил? Последний выход. То, для чего я здесь. Первый был всего лишь прелюдией. Ты до сих пор не догадался? Дум? Такие, как мы? Это все ее работа! Кошмары, что нас мучают, видение неотвратимого будущего. Звучит знакомо? Поздравляю с концом света, Сэм! Пошел ты! Да пойми же. Ты можешь ускорить это или замедлить, но то, что начато, не остановить. Даже если ты победишь, тебе ее не спасти. Ты видишь? Все уже кончено. Давай сразимся. Я далеко не эксперт, но у нас, по-моему, разные это весовые категории, нет? Ладно, у меня есть для этого случая отличные гематические гранаты второго уровня.
которыми я дам этой твари по щам. Не. Ну-ка, сейчас эффектом. Недолет. На два ближе подойти. Возможно, стоило взять ракетомет. Прям в лыч ему. Ох ты, дрянь. А куда граната полетела? Чё-то понять не могу. Он присосался ко мне. Стряхнуть, уходи, падла. Ладно, у меня есть еще альтернативный ствол. Ты ему дело, уйди. Да, урон есть, только... Настолько смешной урон, что нет слов. Ой-ой-ой, а кто сейчас упадет? Не, не падает, смотри. Надо его уронить, так понимаю. У меня не так много хп-хи. Ну, валим пока что. Очень мало урона, ребят. А что делать-то? Понять не могу. Промахнулся. Пусть ты и не Акела, но ты промахнулся. А если я ему в ноги буду кидать, что будет? Если бы еще попадать. А что, ноль эффекта? Я понять не могу. Что-то не пойму. Ну-ка, секундочку. Ну и что дальше? А музыка, кстати, как в аннигиляции. Возможно, можно ему ногу как-то сбрить. Мне кажется, нет. О, братан. Ну-ка. От души, братик. Да попробую, легко, вообще не вопрос. Ой-ой, смотри, что творит. Пакеты с кровью кто-то кидает. Мое почтение, дружище. Еще как помешаю, мне тут патронов накидали. Ну-ка, перезаряжай. А, патроны кончились. Оу, щит. Так, а вторая винтовка где-то у меня была, вот сюда. Постараюсь не сильно прям так тратить патроны, буду более эффективно их расходовать. Возможно, я как-то не так, конечно, дерусь с этим говнюком, ну а как иначе-то? Пакеты с кровью есть, это хорошо. Блин, дамага нет, а в дом какой-нибудь залезть я тоже не могу. Пистолет против твари придется, наверное, всякое брать. Надо иметь в него. Еще бы попадать, было бы неплохо. Ой-ой, хорошо, прям так. Так, пока что перезаряжаем. Давайте выкинем ненужную хрень. Груз. Ремонтный спрей. А, сюда. Гематическая граната. Сюда. И выкинуть. Выгрузить. Мы готовы дальше двигаться. Видишь меня, Сэм? А я что, винтовку основную выкинул? Я понять не могу. Не, нормально все. Как же сложно целиться. Вы бы только знали. Я прям нормально наваливаю, но он все равно не падает. Уходи. Какие-то не ноги, а обрубки. Я пытался. Ну, ё-моё. Какое говно. Ну, почему мне никто об этом не написал? То, что нельзя эту хрень обойти. И что, я теперь ништяки не заберу? Охренительно, просто 10 из 10. Господи. Ладно, братик, давай. Спасибо, дружище, сюда. Далеко кинул, поближе. Вот так. Спасибо, спасибо. Лайкать немного неудобно, ну, я надеюсь, ты поймешь. Пакет с кровью, братан, кидай. Так, сюда. Намана, убегаем. Они бы могли ему хотя бы ну, разные реплики придумать. То Сэм, Сэм, блин, какой-то Дай Хардман. Так, нам новую винтовочку, пожалуйста. Мне кажется, надо было сложность поменять и не мудохаться. Ну, серьезно. Ну, это неинтересно даже. Тебе же нравится. О, что-то происходит. У него, кстати, на голове руки. Вот это геймплей.
Блин, сложно попадать. То прям просто аимишь по КД. А теперь еще как-то целиться пытаться. А, эти штуки можно взрывать. Окей. Но я не попадаю, вы сами видите. Как бы... точная стрельба — это не мое. Если бы еще не дергал этот ствол, было бы нормально. А так имеем, что имеем. Так, пакетов с кровью не хватит. Нахрен ушел. Пяк позорная. Дружище, я это и делаю. Почему гранаты такие неэффективные? Ну серьезно, ну игра, ну твою-то за ногу. Я все еще верю в то, что они должны быть эффективными. А на самом деле нифига. Вообще ноль эффекта, ноль импакта, ноль. Ну, кстати, пуповины к чему-то приделан. А что, пакеты с кровью все, больше не активируются, да? А, лол, у меня все кончились. Оу, это хреново, ребята. Давайте водички попьем. Так, а вот без пакетов... Вон, братан, иди сюда. Ты мне всегда помогал. От души. Отлично. Сюда, братан. Красавчик. Сюда. О, ракетомет, сюда иди. Ну, чё за херня, я ничего взять не могу. Чё за говнище? Да. Очень удобно. Так, ракетомет хочу. Господи, какое управление. Просто пушка, ребята, вы бы знали. Я очень сильно сарказмирую, если что, вдруг. Если вдруг кто-то не понял. Так, ненужное выкидываем нахрен. А, лестница, ну, не нужна мне, пакет с кровью не нужна. Пусто не нужна, вездеходный контур. Скоростной контур я нечаянно взял. А, вот его тоже выкинем. Что-то еще куча всего. Использовано. Выкинем нахрен. Поехали. Давайте попробуем вот этот вот ракетомет. Восьмизарядный. Вот сюда. Я не знаю, как им пользоваться, но мы попробуем. Так, целимся. Господи, а можно как-то... Бабах, минус лицо у него. Че там, нормально, дружище? Еще разок хочешь? Я могу. Не. Ты далеко не уходи. Мы еще не закончили с тобой. Ну, конечно же. Конечно же. А им 10 из 10. Так, сюда. Надо как-то смонситься, что ли, я не знаю. Надо взять хотя бы чего-нибудь. Ракетомет мне понравился. Дайте еще один. И штурмовую. Так, повернись с собой, дружище. Не попадаю. Не попадаю. Очень неудобно. Господи, ну как же тяжело попадать. Ну вы бы только знали. Так. Целимся, бахаем. Понимаете, он постоянно в движении, я не могу из-за этого попасть по ним нормально, даже близко. Ну невозможно, это невозможно. Да, вот эта битва, господи, какой интерес. Ну серьезно, ну просто гениально, гениально. С шикарным управлением делать такую битву, это, по-моему, 10 из 10. И это вышка, ребята. Кодзима гений, не иначе. Так, эту фигню нужно убирать. У меня еще один должен быть. Так, сюда. Выкидываем ненужный. Пакет с кровью. Четырехзарядный. Выгрузить. Вот это геймплей, конечно, да. Надо отойти. Я пытался, ребят. Так. А, ничего, как бы, что я только что выбрал гранатомет. И как бы класть. Так, а ты все еще не взрываешься, дружище? А, ну то есть он как бы шатается, как мишка-неваляшка. И это норма, да? Да, дружище, мы еще не закончили. Мы когда-нибудь будем какой-нибудь импакт вносить, нет? Так, ну и что мне делать-то? Я понять не могу. Пакет с кровью, смотрите. Возьмем, пригодится. А куда он делал? А, он теперь снова дислокацию поменял. Нравится, дружище? Нравится? Давай, на, пощам тебе, падла тварь, не человек. У меня еще много. На, просто в луч.
Бэм. Бэм. Сюда подошел. Давай винтовку быстро. Можно вы нафиг уйдете, ребят? А я буду аимить ему по щам. Пистолет против твари. Ребята, мне бы, блин, ништячков побольше. Я бы не отказался, вот честно вам скажу. Патроны кончились, это плохо. А у меня еще одна должна быть, да? Да, еще одна есть, отлично. Как же он достал своим вымиранием, а? Просто нет слов. Пакет с кровью, дружище, кидай. А мой чемпион, просто посмотрите на него. Можно ништяки забрать? Гранатомет, вот это всякую хренотень. Ага, ага, просто чемпион, и я убегаю. Прыжок, отлично, не падаем. Текаем сила. Силовой контр мне пока не нужен. Пакет с кровью я бы взял, хотя вроде и так неплохо. Найс дамаг. Так, давайте выкинем всякое ненужное, чем мы уже не пользуемся. Пакет с кровью, пакет с кровью. А, взять, выгрузить, окей. Распределить уже имеющийся вес. Вот сейчас будет попроще немножко. Но это не точно. Давайте чекнем, как гранатомет работает. Я ни разу этим не пользовался. Ну, очень интересно. Опа, намана. Господи, от гранатомета дамага вообще нет. Ну чё за херня? Почему мне, кстати, его сразу не дали? Он зато удобен в наведении. Я смотрю, тебе нравится, да? Мне кажется, он уже устал менять места. Какой сюрприз? Какое-то говнище вылезло. И чё это такое? Ну и чё? А, ясно, это я люблю, это я люблю. Давай-ка ты нахрен сходишь, дружище. А я отсюда нафиг уйду. Ну я пытаюсь отойти, алло. Ну вашу за ногу, нахрен пошли. Мне бы на что-нибудь зайти, наверное, по-хорошему. Ты уже здесь, дружище? И это, кстати, хорошо. Блин, ну чё же он падает постоянно? Блин, это, наверное, самый бездарный вот босс-файт. Ну серьезно, ребят. Такой бред. Может, я, конечно, что-то не понимаю? А куда он делся? Но пока что я реально ощущаю, что это просто бред, бредовый. На высокой сложности в такое играть, мне кажется, от себя не уважать. Окей, ладно. Ну, просто, понимаете, я в земле застрял. И ни хрена не могу сделать. Мое почтение, игра. Да ты можешь перелезть это говнище-то, ё-моё. Я видел, вроде как у него пуповина это была активная. И надо было ей надавать по щам. Но что-то как-то плохо получается. Куда стрелять, алё? Может, там что-нибудь эффективное более было? Силовой пистолет против твари. А какого хера он выпал? Просто взял и выпал. Ну что за говно? Когда он на руке, очень неудобно с ним воевать. Очень неудобно. Потому что просто невозможно попасть. А что, кончились пакеты с кровью? Да, они кончились. Отлично, мое почтение. 10 из 10. Игра года, не иначе. Так, а есть пакеты с кровью где-нибудь? Вот, есть, отлично. Так, ракетомет, возьмем его. Сюда бери. Сюда бери. А, и пакет с кровью, разумеется, нужно взять автоматически. Он не умеет. У него, ребята, лапки. Чтобы мы все понимали. Где наш лучший дядька? Так, есть еще пакет с кровью? Я пока не вижу. Сейчас он снова будет появляться в новом месте, да? И попробую угадать, где он вылезет, блин. Разумеется, я не попаду. Блин, это очень хреново. Слушайте, а может их гранаты бахнуть? Развернуться его прям на сюда. Прям под себя кину.
в надежде на то, что они на ней как бы подорвутся, я не знаю. Куда он делся? Ну, сейчас бы попадать было бы неплохо. Патронов-то нет. Давай, дружище, иди. Далеко не уходи только, ага. Так, игра продолжается, это хорошо. Тут ты прав, дружище. Амелия что-то разоралась. Может, криптобиотов покушать, я не знаю. Да, давай, только это бред. О, отлично. Это то, что нужно. На. На. Я даже не знаю, может, пистолет против твари еще взять. Я, конечно, не уверен, что он поможет, но почему бы не попробовать. Бегите нахрен. Хочу я вам сказать, друзья. Так, все кончилось. Еще давайте пистолет зачекаем, насколько он эффективен. Куда стрелять? Есть инфа? Я не знаю. Не, ребят, ну это серьезно, это самый бездарный босс файт. Ну как такое можно было придумать? Это же просто бред. Ой. Гениально. Просто гениально, ребят. Не иначе. О, да, вот это уровень. Так. Сюда. Ну, может, мы что-нибудь будем делать, дружище? Где этот жопушник? Так, мне нужны пакеты с кровью, потому что все плохо. Патроны кончились. Что ты там перезаряжаешь, Сэм? Ты совсем странный, да? Господи, босс-файт длиною в жизнь просто. Ну, не иначе. Ну как это еще объяснить? Ты... И разумеется, когда он что-то меняет, винтовка слетает из быстрого слота. Он не может винтовку достать. Я слов не могу, он вообще не слушается меня. Ребята, ну если не спасти, я хотя бы вас всех бахну. Я думаю, тоже неплохая альтернатива. Так, сюда иди. Так, штурмовая винтовка. Пистолет против тварей. Мне бы, блин, пакетов с кровью. Потому что маловато этих осталось. Почему он не берет? Почему ты не берешь, дружище? ХПшки-то мало осталось. И как бы не все хорошо. Где он есть? Я почему-то его потерял снова из виду. Мне бы уже добить его, блин, и все. По-моему, вообще ноль эффекта, когда я так стреляю. Может, мы этих штук нам нужно кушать? Это дает эффект? О, слушайте, это фулл хп дает. Лол. А чё ж я раньше этого не делал-то никогда? Давай-ка ты нахрен сходишь, дружище. Так, граната быстро. Нужно АУЕ зону создать вокруг себя, чтобы эти хрени не подошли. Ну-ка, еще одну. Вот сюда. Хорошо. Так, гранатомет обратно. Блин, управление просто, ну вообще, оно не предназначено для контроллеров, ну серьезно. Возможно, я, конечно, плохо играю, я ничего не хочу сказать, но вот бред, ребята. Подмышку мы закидаем. Ой, хорошо попал. Давай, давай, почти. Дружище, тебе бы уже отъехать пора, ну серьезно, ну сколько можно? Минут, наверное, 15 с ним деремся, вот, кроме шуток. А ты не хочешь там упасть, как бы, нет? Оно тебе не надо, да? Мне бы, наверное, криптобиоты закушать. Ага, фулл хпшка. Так, вы не против? Я здесь говнище свое выложу, ненужное мне. Пневматическая граната, ремонтный спрей, гранатомет, пакеты с кровью нахрен пошли. Выгрузить. Отлично. Все меньше и меньше вещей остается. Я вам отвечаю, мы бы на легкой сложности уже раз 15 это сделали, ребят. Раз 15. Он просто застрял, понимаете? Он просто застрял, потому что руки из задницы. Есть пакеты с кровью, ребят? Одни гранаты.
скоростные контуры, но мне это не нужно. Блин, как же сложно попадать. Давай ты уже рот закроешь и отъедешь, дружище. Вроде как отогнено. Я что-то сделать должен или это просто так пафосно? Ну чё, всё, конец игры, наконец. 400 лайков за это. Меня недооценивают. Хотелось бы мне отметить. Амелия! Амелия! Она в порядке. Вымирание откладывается. Отпусти ее! И все это ради возвращенца? Печально. Продолжим после твоей кончины. Хикс! Нас ждет торжественный финал на берегу. А кто мешал Хиггсу сразу выстрелить, сразу убить Сэма, я вот понять не могу. Ну серьезно, это же не настолько сложно. Типа, он без... Ну как бы, до этого он не убивал Сэма, потому что ему нужно было, чтобы Сэм достроил эту хиральную сеть. Окей, почему вот этот пафосный великан должен был сражаться с Сэмом? Это же бездарно, это же бесполезно. Зачем? Зачем? Просто взял, возьми ствол, выстрели, и все, ради чего этот пафос? А, быть может, я не шарю. Подождите, после того, как Сэм умирает, кратера не происходит? Меня обманули? Черт, Хиггс отвел ее к берегу. Они не должны уйти. Ты должен как-то их догнать. Скорее, Сэм, ты знаешь, каковы ставки. Если не остановишь Хиггса, он устроит конец света, использовав фамилию. И тогда все наши усилия пойдут прахом. Блин,
Какой же бесполезный Дайт Хардман. Вообще ни хера не делает. Только сидит, трындит, делай то, делай это. Я бы с ним перетер. Далеко флеха, кстати. Флешка где-то здесь была, да? Или дальше? Я вижу на карте, а где именно, без понятия. Вон там где-то флешка. И это вот все за эту тварь, вы серьезно? Я тут пыжился хрен знает сколько, а вы мне ни хрена не дали. Жопошники, осуждаю. Ладно, мам, как это, золото? Оно и в Африке золото. Тем более по 100 с кучки, это неплохо, знаете ли. Вот нафига вы делаете с музыкой, ребят? Ну это же минус АП, ну серьезно, ну зачем? Не надо это. Так, а где флешка? Еще дальше. Я не знаю, хочу ли я идти до флешки. Давайте ремонтный спрей заберем. А вот вопрос, возможно, кстати, мой это сломался. Контур. Блин, не хотелось бы. Ладно, флешка далеко. Вопрос в том, куда идти. Давайте сходим в краевой узел, я, конечно, не уверен. И опять же, он сказал, ты должен ее догнать, я даже без понятия, куда мне идти. По-моему, в этом основная проблема. С гранатами, конечно, я не угадал. Хорошо, что здесь было много других ресурсов, которые помогли мне в битве с этим позорным монстром. Ботинки у меня есть, вроде бы, еще одни. Надеюсь. Я знаю. Сам не рад, верите, нет? Или мне нужно отдохнуть в помещении? Доставка утеряна. Я что-то утеряна нашел? Серьезно? Лол. Ну, давайте сдадим, почему нет. Хорошо. Так, автопропуск. Что-то он не работает как надо. Нету для Сэма. Мне даже не сказали, куда идти. Ну, вы серьезно? Давайте отдохнем. Возможно, там мне что-нибудь скажут, расскажут. Я, конечно, не уверен, потому что надо Биби хотя бы починить. Бронебойное стекло решает. Так, отлично. Сейчас главное искупаться. Угу. Здесь новые вот эти фигурки появились. Готово. Забустались на фул. Нет, вы знаете, даже никто ничего подсказать не хочет. Мое почтение, игра. Вот это уровень, ребята. А чё, даже Дедман не хочет связаться и помочь мне с восстановлением этой штуки? Эй, ты как? Вот это успоко... А, даже прервать теперь нельзя. Здорово. Так, ну надо херали из себя весь смыть. В принципе, для серьезных боев нам вроде как всегда все будут давать, насколько я понимаю. Ну там ребята помогают, и мы как бы не лыком шиты. Нет, я без понятия, что делать. Вы верите, нет, но я не знаю. Окей. Либо мне просто в начало идти вернуться, откуда я пришел. Но если это действительно так, это просто бред. Так, вернуть задание 42, спасти Амелию. Я даже вот на карте мне ни хрена не написано, куда, зачем, чего, почему. Вообще нет идеи. Ладно, давайте я, наверное, в серии и так уже 53 минуты. Закончим, скоро продолжим, ребята. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.